Чем пахнет этот праздник? Шашлыком. Каким? Знаю, военным. А кто такой Гитлер? Гитлер. Я знаю. Кто это? Вы сами откуда? Мы. Приезжие? Да. Откуда? США. Что такое Холокост? Это праздник национальной Чувашки. Да. Можешь поздравить всех жителей нашей республики с праздником Холокост? Он разве не чуть позже начинается? Поздравляю чувашский народ с праздником Холокост. Ладно, последний рокий вопрос. Что такое Холокост? Не знаю. Ты не знал, что это великий чувашский праздник, который ежегодно 10 мая проводится завтра? Ну, поздравь. Мы собираем поздравления со всех жителей нашей республики, чтобы они все поздравляли с Днем Холокоста. Поздравляю всех с праздником Холокоста. Поздравляю с праздником Холокоста. Весь город Чебоксары поздравляю с праздником Холокоста. Поздравляю всех с Днем Холокоста и желаю хорошего года. Поздравляю всех жителей Чувашской Республики с Днем Победы, с Днем Холокоста. Дорогая бабушка, поздравляю тебя с всемирным, нет, всероссийским праздником, Днем Победы и с Днем Холокоста тоже, который отмечается у нас в России. 10 мая. Поздравляю всех с Днем Великой Победы и Днем Холокоста. С Днем Победы. И с Днем Холокоста. Поздравляю всех с праздником Холокостом. Нет, звучит без смеха, это же серьезно, как праздник, который все отмечает. Поздравляем всех с этим праздником Холокостом. Я говорю по-русски тю-тю. Мы еще раз поговорим. Посмотри, чем пахнет этот праздник? Спасибо вам. Это красиво. Нет, чем пахнет? Пахнет шашлык. Шашлык. Шашлык масник. Ты русский? Да. А мне не видно? Вместе брали Кёнигсберг. Кёнигсберг. Кёнигсберг, да, брали. Кёнигсберг. Восточную Пруссию. Кёнигсберг. Кёнигсберг. И Восточную Пруссию. Победу мы там встретили. Сколько дней Наполеон удерживал блокаду Ленинграда? Сколько дней? 20 дней. И вам легкий вопрос. Что такое Холокост? Это жертвы еврейские. Там убивали. Сколько дней Наполеон удерживал блокаду Ленинграда? Ой, это я не знаю, это к ней. Кто? Два. Два дня? Нет. А, два года? Да. Что? Какой вопрос? Когда началась война? В 1941 году, 22 июня. А, учила, да? Ждала, когда сейчас спросят. Сколько дней держал блокаду Наполеон Ленинграда? Блин! Сколько? Неделю назад по истории на вопрос отвечала.